Почему бы не спрятать душу в сундучок, где хранишь тайны? Превратить море слез в сушу, прокатиться по улицам Майны, научиться командовать спором головы с тем, что трепетно бьется, безразлично внимать тем укором, от которых сознание мнется. Почему бы не тратить напрасно свои мысли на всех недостойных? Перестать быть игрушкой опасной для влюбленных и столь же пристойных, ограничить себя от гаданий в ожидании чуда и боли, опрокинуть всю вазу страданий, стать свободной, пусть даже в неволе. Почему бы не лишиться всех фобий, половина из них лишь реальны, убедиться, что ты не хобби и настолько же актуальна, полюбить все свои недостатки, не бояться казаться лентяйкой, не скрывать свои чувства в тетрадке, быть не гостьей судьбы, а хозяйкой.